какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. Так, опять вид на Бурдж-Халифу. Мы в новом отеле. А где же он же Гога? Идем посмотрим. О, а я тебя ищу. А куда собрался? Я уже лезу показать нашим зрителям самые лучшие кадры Дубая. А вот чем мы только не рискуем ради наших дорогих зрителей. Ну вот, видишь, за такой высокий ограничительный заход тяжело даже палкой хорошо навести. Полез, полез, смотри. Йо! Поэтому мы делаем... Как орел. На такую высоту. Какой кошмар. Меня семеро. Давай, приступим. Держи меня снизу. Придерживай. Надень на руку. Включена? Космическое зрелище только на нашем канале. Только для наших дорогих зрителей. Придерживай меня, мне на одной руке тяжело держаться. Держи, упри меня. Хорошо. Напоминаю, вид 47 этажа. Я держу снизу. Отель Гранд Отель. Вот такое вот фантастическое зрелище. Мы уже, по-моему, на всех самых высоких точках побывались. Ага. Только можно. Супер ролики для супер зрителей. Ух ты, а там аэропорт. Я удобно уселся у Андрея до плечи. Теперь могу снимать хоть целый час. Капаню, расслабься. Ну не крутись, да? Я ж тебе не селфи палком. Нет, это значительно удобнее. Ну что? Так, Андрюша уже устал? Я уже тут все. А, уже все. Горел на уголе, и он же Гога меня затоптал уже. Ага. Все, будем заканчивать. До встречи в следующем ролике. Пока-пока.